Друзья, всем привет! Вы просто завалили меня личными сообщениями. Просто столько кучу вопросов у вас возникло. Видимо, настолько вам игра Top Fantasy зашла, что сейчас же прям я записываю данный видеоролик. Постараюсь ответить на самые популярные, интересующие вас вопросы. Первый самый часто задаваемый вопрос — это как покупать токены MC? Как пополнить, чтобы они оказались вот здесь? Сейчас я на своем примере вам все покажу и расскажу. Первым делом, друзья, вам нужно установить себе кошелек TonKeeper. Он есть в Google Play, есть в App Store. После того, когда вы перешли в данного бота в игру, вы здесь создаете свой внутренний кошелек My Wallet. Вот так он выглядит. И подвязать его к кошельку TonKeeper. Как это сделать, я рассказывал в предыдущем ролике. Вот в этом данном видеоролике я рассказал, как подвязать кошельки, как прикрепить. И тут все понятно. Ссылочку оставлю в описании. И оставлю в подсказке вверху. После того, как вы все это сделали, вам нужно пополнить кошелек TonKeeper на ту сумму, которая вас интересует. После того, как пополнили кошелек TonKeeper, что мы делаем дальше? Возвращаемся в бота с игрой, нажимаем My Wallet. И далее Buy MC. Вводим ту сумму, которая нам нужна. Вводим сумму, на которую нам хватает. Нажимаем Buy MC. И далее Ton Connect. Нажимаем подтвердить. Все, готово. Теперь ждем поступления на кошелек в боте. Ну вот и все, токены поступили нам на кошелек, и соответственно они автоматически поступают на счет игры. Давайте сейчас это проверим. Ну так вот, друзья, смотрите. Токены MC поступили мне на счет. Вот они, все здесь находится. Теперь, друзья, давайте отвечу на следующий вопрос. Как покупать скины NFT персонажей? Переходим во вкладку «Персонаж». Выбираем того персонажа, кого мы хотим прокачать. Скины вообще тебе нужны для того, чтобы ваш герой повышал свои характеристики, навыки. Вот, например, видите, да, вот у этого стандартного героя всего лишь 2 навыка. Но если приобрести скин, то у него откроется дополнительный навык. Ну, например, самый первый открываем, у него откроется еще вот этот навык. И это все поможет вам в дальнейшей игре. И ваша мощность повысится. А если у вас большая мощность, тем самым вы и будете зарабатывать тоже больше. Вот как раз таки, как приобрести вот эти скины. Нажимаем NFT облик. Выбираем первый скин, например. Нажимаем получить. Приобретение бот. Возвращаемся в бот. Теперь нажимаем Buy NFT. Открывается тот же внутренний кошелек. Можно сделать по-другому. То есть вот наш кошелек. Нажимаем Swap. И здесь вот у нас есть вот токены MC наверху, а внизу те самые NFT. И вот здесь вот написано его стоимость. То есть нужно нам вводить вот эту стоимость, чтобы приобрести данный скин данного персонажа. Давайте сейчас это тоже сделаю. Ну или просто можно было ввести, да, один. Нажимаем swap. Confirm. Окей. Давайте теперь вернемся в игру. Далее нажимаем на персонаж. Выбираем персонажа, NFT облик. Ну и вот
Готово. Скин приобретен. Давайте проверим, что он из себя представляет. Нажимаем «Изменить». Тут, кстати, есть кнопка «Прорыв». Это то есть, если мы приобретаем еще один скин, объединяем в один, и его характеристики увеличиваются в два раза. Нажимаем «Изменить». Бах. Мощность увеличилась. Теперь давайте посмотрим характеристики. Вот смотрите, появился новый навык, который пригодится нам в бою. А теперь, друзья, давайте я расскажу на самый главный, самый популярный вопрос вообще по данной игре. Как здесь вообще зарабатывать? На самом деле здесь несколько вообще видов заработка. Один из самых основных — это продажа нафармленного шмота. Ну, вот посмотрите, например, мою сумку. Это все предметы, которые я нафармил, и каждый предмет я могу продать. Если перейти в торговую площадку, кнопку нажимаем «Торговать», тут есть «Купить», «Продать». Нажимаем «Продать». Ну, давайте, наверное, посмотрим, сколько стоит вот мой меч 16 уровня. Больше одного токена MC. А на данный момент токен MC сейчас вырос. Он стоит в районе 75 центов. То есть здесь около доллара. И все это я заработал без вложений. А теперь получится с вложениями. Потому что пришлось вам показать, как пополнить и как купить NFT. То есть мы фармим шмот и просто выставляем его на продажу. И ждем, когда кто-то купит. Весь шмот, который мне не нужен, я уже все продал. У меня вообще здесь нету ни одного с маленьким уровнем. А, вот один только вот с третьим уровнем стоит. Его потерялся тут как-то. Но он тоже, я думаю, продастся быстро. Сейчас игра так хайпует. И просто люди заходят в данную игру и просто скупают вообще весь шмот. Также здесь можно зарабатывать на этой же торговой площадке, как вот называется, арбитраж. То есть мы ищем какие-либо предметы подешевле. Ну давайте, наверное, посмотрим вот эту броню. То есть максимальная цена, за которую можно продать, составляет 4 токена. Согласитесь, неплохо. А здесь их всего 6 на данном уровне. То есть его просто разберут как горячие пирожки. То есть мы покупаем подешевле, покупаем за 1, например, продаем за 4. Вот вам и профит. Также, друзья, тут есть PvP режим. Переходим в клуб. Далее заходим в Колизей. Здесь мы участвуем в PvP сражении против реальных людей и попадаем в рейтинг. И вот посмотрите, какая призовая сумма разыгрывается в данном режиме. Также, друзья, у нас есть своя гильдия. Она сейчас находится на топ-1. Мы занимаем сейчас самое первое место. Как найти эту гильдию, я расскажу чуть позже. То есть, если перейти в сезон... Вот посмотрите, мы занимаем первое место. Какие награды тут? Первое место заберут аж целых 17 тысяч токенов MC. Давайте, если, например, умножим это на 0,7, то есть там по курсу токена 17 тысяч умножить на 0,7. Это более 11 тысяч долларов. Поэтому, друзья, я призываю вас вступать в нашу гильдию. У нас даже есть свой чат, который я покажу чуть позже. И еще такой интересный тоже способ заработка. Давайте нажмем на карту. Переходим в Sky City. Тут самое такое вкусненькое. Тут битва с боссами, просто с невероятными мощными боссами. Вот, например, давайте перейдем этим в босса. Какие награды нам тут дают?
Вот, например, давайте перейдем к данному боссу. Он скоро будет. Просто посмотрите, уже сколько боссов уже перебито. И вот посмотрите, что тут дают. Дают какие-то ожерелья. Давайте посмотрим, сколько эти ожерелья стоят. Вот они здесь находятся. 15 токенов MC. Ну просто, друзья, согласитесь, участвовать может каждый. Только, друзья, важное условие, нужно хорошенько прокачаться, чтобы нанести урон хотя бы в 1%. Тогда вы 100% получите сундук и заработаете эти артефакты. Также здесь есть битвы именно клановые, вот называется рейд. Но здесь есть совершенно другие условия. То есть минимум нужно хотя бы иметь на счету 500 токенов MC. То есть вот эти вот самые, просто чтобы они хранились здесь, чтобы они вот их здесь были в табле, видать. И мы сможем участвовать уже против этого босса. Поверьте, друзья, с нашей гильдии одолеть его в 100% получится. Потому что у нас и топ-1 игрок вообще по всей игре, и топ-1 сама гильдия. Поэтому здесь проблем точно не будет. Я вот планирую пополнить на 500 токенов MC чуть попозже и участвовать уже в рейдах. Ну а здесь такие простенькие боссы, здесь в основном одиночные. Тут каждый 5-й уровень мы можем приглашать друзей из гильдии, создаем команду и уже атакуем вот такого босса. Давайте покажу, вот я сейчас на 13-м уровне, а вот на 15-м. Вот видите, здесь даже значок друзей видать. То есть здесь я уже могу пригласить, и 100% мы его побьем. И что я получу, смотрите. 16 уровня шмот. Давайте просто глянем также в торговом магазине, сколько это примерно стоит. Вот, например, сапоги там я видел. Уровень 16. Видите, даже продается максимальный 17 уровень, еще никто до этого не дошел. Давайте глянем. 41 токен MC. Ну просто, друзья, согласитесь, это очень-очень круто. Это в районе 30 баксов. Просто выпадет за то, что мы побьем этого босса. Просто нам для этого нужно немного прокачаться. Также, друзья, что хотелось еще вообще рассказать про данную игру. Игра, ну, очень просто крутая. Лично для меня она зашла. Моим подписчикам тоже она зашла. Потому что в данную игру играет очень много моих подписчиков. Что не может меня не радовать. Мы все состоим в одной гильдии. Все потихонечку зарабатываем. Но это только начало. Игре всего лишь неделю. Данная игра есть в сети Binance, в сети Solana, она уже существует 2 года. Эта игра, можете посмотреть, есть в Play Market. Но заходить в ту игру уже, я думаю, не вариант, потому что там уже все топы давным-давно уже. Ну, просто представьте, да, игре 2 года, и что нам теперь там делать? Там просто нам понадобится очень кучу просто доната закинуть, чтобы начать как-то там зарабатывать. А это только начало, только старт. Это только первый сезон. Поэтому, друзья, не упускаем такой шанс. Как вы знаете, такое правило, да? Кто первый, тот и миллионер. Вот, кстати, сейчас вам расскажу немножко о вот этих вот фишках, для чего они нужны. Тоже задают вопросы. Здесь у нас вот в левом верхнем углу вот есть такие вот слоты. Нажимаем на них. Вот смотрите, я даже там зашел какой-то топ, получил еще 1000 фишек. И просто крутим вот эти слоты.
и что они нам вообще дают. Сейчас вам расскажу. Ну давайте, друзья, это будет занимать очень долгое время. Давайте просто вкратце расскажу. Как мы вот набираем какую-то, ну, тратим, например, все фишки. Чем больше фишек у нас есть на старте, тем лучше. То есть мы переходим потом в магазин, как накопим тут кучу вот этих золотых. Кто тут у нас, котята какие-то. Переходим в магазин и здесь покупаем шмот. За вот эти вот золотые монеты. Дальше мы просто объединяем этот шмот, тем самым повышается уровень данного предмета. Вот, смотрите, 12 уровень, сейчас 13 уровень. Вот, у меня было 3 меча там 10, 11, 12 уровня, теперь у меня один меч 13 уровня. Согласитесь, неплохо. Так, ну вот, друзья, как раз таки давайте расскажу о наш чат, нашу топ-гильдии. Ссылочку оставлю в описании на данный чат, обязательно вступайте, здесь много полезной информации. Чат недавно только создали, здесь скоро будут и видео-гайды по игре, какая-то информация, розыгрыши от топ одного игрока, которым я вчера с ним буквально общался, он сказал, то, что я сейчас закупился... Купил он 40 скинов и будет просто разыгрывать среди всех участников. Как видели, да, один скин там стоит около 35, что ли, токенов MC. А тут просто на халяву можно его залутать. Также здесь есть своя торговая площадка, вот, buy sell. То есть мы можем здесь меняться предметами. То есть, так сказать, по-свойски. Своему корешу отдам тебе, так сказать, по дешевке, что тоже очень хорошо, потому что на рынке все стараются продать подороже, чтобы на этом заработать. Вот как раз таки здесь мы можем купить подешевле и в самой игре продать подороже. Вот наш весь основной чат, здесь мы общаемся, обсуждаем игру, когда пойдем на какого-то там определенного босса. Ну и просто задаем вопросы, если что-то не понимаем. И тут вы 100% получите ответ на любой вопрос. Поэтому вступайте в этот чат. Ссылочку оставлю в описании. Ну и, конечно же, не забываем подписываться на мой телеграм-канал. Я здесь также делаю часто очень посты по данной игре. Ну и не забываем, конечно, про другие проекты, где мы можем заработать. Поэтому рекомендую подписаться на данный канал, чтобы не пропускать самые важные моменты. Вот, например, смотрите, да, я писал, что мы через 20 минут пойдем кланом на босса. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте уведомления, и вы будете 100% в курсе. Вот так, кстати, примерно выглядит бой с данным боссом. Тут просто месиво. Я думаю, друзья, вам это зайдет. Просто представьте, да, сотни людей с любого уголка земли гасят просто там одного дракона бедненького. Я думаю, это прикольно, друзья. Ну, а на этом у меня все. Всем пока.